Смотрите предыдущее видео, собственно, от этого все и пошло. А он лежит год дома и ржавеет. Лежит в сухом месте, в сейфе, с остальным оружием и ржавеет. Не прошло и сколько там, 2 дней, а он, гад, вот что вытворяет. В сухом помещении покрывается ржой. Вот металл делали, вообще обалдеть. Когда я сайгой занимался, там кое-что подкрашивал, где-то были сколы, такого не было. А этот гад лежит и ржавеет в сухом месте. Вот и думай, что за металл был. Видимо, какой-то высоколегированный, что ли, я не знаю, как там правильно сказать. Вот так вот делали калаши. Мой 61-го года. Вот он. Не знаю, будет, да, 61-го года. Вот так вот. Еще неделька, и я его вообще не узнаю, пока буду думать, чем красить.